Доброе утро. Сегодня 5 декабря. Как всегда, проверка. И похоже, капкан кто-то мне попался. Что-то шевелится. Да, он здоровенный. Здоровенная скотина. Ух ты, блин. Попался опять в двух пружин капкан. Капканы попадают после того, как поставишь обычно 3-4 дня, не сразу на следующий день. Видимо, пока все-таки запах человека маленько отойдет. Ух, блин, хороший. Явно уже старичок. Думаю, что я подхожу мимо, его не вижу. Лег так спокойненько. Блин, кровище, опять море, как всегда. Поэтому мне не нравится, если попадаю в капканы, тем, что приходится их добивать. И они пачкаются. Пачкайся, блин, чё ты, а? Всё. Вот так. Попал хорошо. Целиком лапой. Ну все, пусть теперь сечёт маленько. Нам надо будет заново ставить всё. Сегодня, кстати, 6 лет мы в Канаде. Правда, погода 6 лет назад, в этот день была маленько другая. Капитально шел снег. Как друг говорил, тоже первый снег. Но через неделю-две уже было по полметра, наверное. Так что в общей сложности 16,5 лет уже за границей. Мы, считай, столько же и ждем, надеемся, когда же там в России лучше станет, чтобы вернуться. Но, видно, мечтами дело-то не сбыться. Пока дядя Путин с Мишкой и их командой у руля, они спокойно дуют народ. Народ это терпит. Набивают себе карманы. И суются во все заграничные дела. Нет, чтобы разбираться в России, порядок там наводить. Так, ладно, проверим сейчас. Вот, сюда ничего не попалось. Хотя кто-то побывал. Запаховая приманка лежит здесь.
Ах, блин, надо его еще побольше дырку сделать. Ну да, след койота, но не наступил на капкан. Бывает и такое, но значит попался, наверное, это ты в другой как раз. Так, обойдем петли. Посмотрим еще те два или три капкана, сколько. Вчера чуть не попался скунс в один капкан. Хорошо, он не сработал. Температура на улице нормальная пока. Сейчас чуть-чуть ниже нуля. Вчера было вообще плюс 9. Я еще утром оделся по-зимнему, мороз, холодно проверять, вспотел, снегом что-то не попахивает, к сожалению. Так, здесь тоже, похоже, скунс был, здесь надо тоже мне полен заново все, задолбали они уже. Капканы лезут, в петли лезут, койотов отгоняют запахом своим, ну и меня тоже заодно отгоняют. Да, здесь на приваде тоже похоже. Ничего. В таком случае не шевелится, кроме лошадей, которые, кстати, тоже мне тут все портят. Ну и ничего не сделаешь. Да, петли. Петли стоят, как стояли. Дохлый номер все. Попахивает скунсом, естественно. Так, еще капканы. Где они у меня тут? Отметил. А вот. Одна. Один у меня. Так, тоже непонятно, кто тут лазил. Что там весь наружу у меня? Ё-моё. Отсюда наступило. Следов не видно здесь. Ну, запахой приманки тоже нету. Блин. Осталось еще две петли. И вот там у меня капкан. Но я отсюда вижу. Тоже нету ничего. Поедем. Мать шкуру, надо сегодня закупиться. Тоже неделю две не были нигде. Холодильник пустой. Так, тут у меня три петли еще стоят. Вон одна,
ничего нету, следами все утоптано, но они андатру тут ищут. А вот еще две. Нет, все. Вон, одна, вторая. Ну, а снега нету, они могут сейчас ходить где хотят. Так что если чуть-чуть заподозрят что-нибудь, то привет, конфет, все уходят в другие места, да? Ну ладно. Всего вам хорошего, желаю вам удачной охоты и до новых встреч. До свидания.